Продолжаем выпуск и сейчас о ежегодном, одновременно радостном и немного грустном событии. Вместо уроков теперь их ждут выпускные экзамены, а затем поступление в вузы. 25 мая для школьников Верхневолжья прозвенел последний в их жизни школьный звонок. В 22-й школе Твери с окончанием обучения ребят поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Подробности расскажет Наталья Чекет. Последние напутствия родителей на пороге школы. Теперь их дети выросли и стали выпускниками. Казалось, только недавно эти ребята стояли с букетами на своей первой школьной линейке. А сейчас настала пора прощаться. Для классного руководителя это тоже праздник, но с оттенком грусти. Ведь его выпускники для него самые особенные. Могу сказать, что, наверное, таких детей точно больше не будет. Все они уникальны, но таких детей точно больше не будет. Запомню их такими – молодыми и красивыми, амбициозными и смелыми. И желаю им всего самого доброго на всем жизненном пути. В школе сохраняется преемственность поколений. Бабушка выпускницы Екатерины Авдеевой, Татьяна Авдеева, закончила школу в 1975 году. И вопросов с выбором учебного заведения для внучки в семье не возникло. Так случилось, что когда подросла Катюша и стал вопрос, куда ее определять, в какую школу, я своим детям сказала, только в 22-ю, потому что это родное, каждый коридоры прекрасные, широкие, школа уютная. Ну, в общем, меня послушали, и мы не ошиблись в выборе этой школы. Впереди у выпускников экзамены и поступления в высшие учебные заведения. Некоторые уже определились со своей будущей профессией. Поступать я буду, скорее всего, на журфак. Возможно, на филфак, если не повезет с журфаком. Работать мне хочется журналистом. И, скорее всего, я хочу работать здесь, в Твери, потому что это мой родной город. Я хочу работать на его благо, хочу развивать наш любимый край. Поступаю я на спортфак, так как, почти всю жизнь занимаюсь спортом. Занимаюсь хоккеем с 8 лет, получается. И большую часть жизни прозанимался. Хочу дальше посвятить себя этому спорту. С напутственным словом к выпускникам обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов и реализации всех своих планов. Вам предстоит в ближайшее время сделать уже знаковый выбор в своей жизни, определить, в какое учебное заведение вы пойдете, чем вы будете заниматься, какую профессию вы хотели бы для себя выбрать. И очень важно, что сегодня мы можем сказать слова глубокой благодарности преподавателям, директору школы, бабушкам, дедушкам, мамам, папам, всем вашим близким, кто принимал участие в вашем воспитании. Всего в этом году 22-ю школу заканчивают 38 11-классников. В их числе 5 отличников, претендентов на получение золотой медали за особые успехи в учении. А также 2 кандидата в мастера спорта по хоккею. Ученики школы наряду с учебой активно участвуют в военно-патриотическом движении, волонтерских, экологических и творческих проектах. Школа у нас многогранна. Мы занимаемся различными направлениями, участвуем в различных конкурсах, занимаем призовые места в олимпиадах и в различных смотрах. Основное, конечно, направление – это военно-патриотическое воспитание детей. У нас есть клуб «Сокол-22». Школьные годы – это пора беззаботного детства, любимые учителя и одноклассники. Воспоминания о школе человек проносит с собой через всю жизнь. Но время не стоит на месте. И вот они уже на пороге нового жизненного этапа. Для выпускников прозвенел последний звонок.